Исследования наркотических, а также психотропных веществ и их аналогов еще 5 лет назад в полном объеме могли проводиться только в Минске. Сегодня, благодаря созданной хорошей материально-технической базе, практически все специальные судебные экспертизы могут быть выполнены и в областных центрах. В городе над Бугом необходимая приборная база хроматомасс-спектрометр был введен в эксплуатацию в 2009 году. И за этот период времени специалистами данного отдела проведено около 10 тысяч исследований. Благодаря нашей приборной базе мы можем исследовать абсолютно все вещества, которые относятся к наркотикам, психотропам и их аналогам. Раньше у нас такой возможности не было, у нас эту работу выполнял центральный аппарат города Минска. Сейчас практически все области оборудованы этими приборами, люди обучены, и благодаря этому мы качественно и в срок можем выполнять любые виды исследований, связанных с наркотиками. Хорошая приборная база и высококвалифицированные специалисты, которые знают и любят свою работу – главная составляющая успешной деятельности. Совсем недавно в этот список добавились и отличные условия труда. Чуть больше месяца назад химическая лаборатория вместе с отделом была переселена в другое здание, условия работы в котором, по словам специалистов, созданы оптимальные. Экспертизы проводятся качественно и не превышая установленного законодательством срока. В экстренных случаях привлекаются сотрудники, как гражданские, так и аттестованные, для работы во внерабочее время, в праздничные выходные дни, для выполнения экспертиз, выводы которых могут повлиять на принятие неотложных процессуальных решений, либо по делам, которые имеют широкий общественный резонанс. Стремительное развитие во всех сферах и областях человеческой жизнедеятельности не всегда носит только полезный и положительный характер. В последнее время пристальное внимание и силы правоохранительных органов, а вместе с ними и судебных экспертов, направлены на борьбу с так называемыми спайсами, то есть курительными смесями, на счету которых уже не одна человеческая жизнь. Конечно, решение подобных проблем – дело не одного дня и не только этой структуры, но та работа, которую ежедневно проводят сотрудники подразделения – весомый вклад в дело борьбы с наркотиками. Дело мирового масштаба.